Ребята, привет! Итак, что будет в сегодняшнем видео? Смотрите, расскажу про бесплатную раздачу. Во-первых, про бесплатную раздачу от крутой игры. Я считаю, будет это, наверное, крутецкая игра. Я в свое время когда-то задротил в танке по 8 часов в день, ничего с этого не имея, вкидывая туда свои деньги. Потом я посчитал, сколько я потратил на все эти там прем-танки, там еще какие-то батл-пассы, или там, я уже даже забыл, как это называется, прем-аккаунты, вспомнил. Это было там, по-моему, несколько тысяч долларов. Я просто просирал время и деньги. Сейчас пришло новое время, то, которое для нас всех геймеров, там не геймеров, возможность зарабатывать криптовалюту, даже без вложений. Даже просто сидя дома, там, я не знаю, там, с телефона играя, такого никогда не было. Смотрите, открывается новая эра, Web 3.0, можно зарабатывать, можно в играх зарабатывать, можно получать NFT-шки в играх, можно получать на раздачах. Сегодня конкретно буду рассказывать про крутую игру, реально она крутая должна выйти, исходя из тех материалов, которые нам дали. Плюс отвечу на вопросы про тоже крутую раздачу от Legion Network, где раздают тоже там кошелек криптовалютной монеты стоимостью на данный момент 5 долларов. Но мы все помним, что была подобная раздача не одна. Например, Trust Wallet тоже подобный кошелек криптовалютный раздавал монетки, которые стоили там несколько долларов в начале, потом они стали на пике стоить 300 долларов. То есть это просто за регистрацию можно там несколько сотен получить в криптовалюте денег. Опять же, да, крипты, кто как хочет это называйте. И расскажу там свои нюансы, отвечу на вопросы по ним. Потому что много ребят почему-то не получилось у них зарегистрироваться. Расскажу, обращу внимание, как зарегистрироваться. Поэтому смотрите, ребята, дальше. А, да, смотрите, дружище, если ты первый раз на моем канале, меня зовут Олег. Я больше 10 лет зарабатываю в интернете, рассказываю про бесплатные раздачи, про то, как, что такое вообще криптовалюта. Стараюсь новичкам рассказать про свой опыт, нелегкий, непростой, но результативный. Опять же, сколько можно заработать в крипте, вы увидите здесь. Я подробно рассказал в одном из своих видео. Здесь будет анонс и ссылка будет или под видео, или под, или над видео. В общем, найдете. Итак, ребята, поехали. Так, ребята, давайте перешли мы на сайт, посмотрим сейчас промо-ролик. Игра называется «Криптоконфликт». То есть, смотрите, если будет это все реализовано, естественно, возможно, это даже ролик на движке игры снят, это будет вообще круто. Самолеты, корабли, там вид от первого лица. Если все это будет реализовано, это будет, наверное, такая вообще... Так, смотрим, что тут еще дальше. Сейчас вот как раз они airdrop запускают. Это первая часть, на которой они вот собирают именно, я так понимаю, у них там сейчас дальше посмотрим. Цель вообще там 100 миллионов собрать в игру. Смотрим на страницу аирдропа, переходим. Это будет довольно-таки интересно. Смотрите, до конца аирдропа остается 23 дня. Ссылка под, на этот аирдроп будет внизу под видео. Смотрите, что нужно здесь будет сделать. Переходите сюда. И здесь задание. Естественно, тут коннектитесь под каким-то там, ну, своим там Фейсбуком, без разницы, мылом, какой-то соцсетью там. И дальше, смотрите, дальше будут задания. Первое – это перейти на сайт. Ну, и за каждое задание будут выдавать, например, вот смотрите, 10 баллов. 10, 10, 30, 20. В общем, все это надо, обычное задание, перейти, там подписаться, здесь свое мыло вставить, здесь Discord, все там, ну, все, все легкое, там не буду останавливаться. Если надо, ребята, пишите в комментариях, буду там, сделаю отдельное какое-нибудь видео по одному аирдропу, расскажу все досконально, как это делать. Ну, тут ничего сложного нет, это все вы пройдете, все это там сделаете. Дальше смотрите, что из заданий тут скачать. Здесь нужно будет ставить свой адрес кошелька, куда будут приходить эти NFT-шки, куда, ну, точнее, здесь будут на первом этапе, по-моему, приходят только токены.
данной игры. За эти токены, естественно, их можно будет, наверное, каких-то персонажей прокупать, там, может, какой-то шмот, может, какие-то там оружие. Это еще пока до конца неизвестно, но смотрите, какая суть. Будут здесь, смотрите, Total Winners 100 тысяч. 100 тысяч – это довольно-таки хорошее количество. Туда, я думаю, можно будет попасть довольно-таки легко. Но смотрите, что нужно будет сделать для того, чтобы попасть, чтобы вы сразу это поняли. Здесь для того, чтобы попасть в эти 100 тысяч, нужно набрать 150 поинтов. Смотрите, здесь, если вы все это сделаете, вы не наберете 100 поинтов, ну, 150 поинтов. Но здесь есть два варианта, как это сделать. Или пригласить друзей, там, например, три друга. Здесь 50 поинтов дают за каждого друга. Я думаю, не проблема человеку показать, там, ну, друзья зайдут. Но даже если вы это не сделаете, есть еще daily бонусы. Здесь по 25, так написано даже, через 84 минуты. Тут вообще тогда без проблем набрать. Смотрите, даже если эти daily бонусы, daily бонус вообще, насколько я понимаю, это каждый день. Но остается 23 дня. Даже если вы 10 дней подряд будете заходить и по 25 бонусов забирать, то вы уже наберете 250 баллов. И у вас будет большая вероятность того, что вы, может, там куда-то еще попадете дополнительно. Здесь же есть там 100 тысяч, как они пишут, гарантированных таких победителей, которые получат по 10 монеток. И еще есть по 50, это Total Winners, те, которые зайдут, сколько их, всего 100. Это, думаю, те, которые наберут больше всего баллов. Но я думаю, даже набрать те же самые там 150 баллов, это не проблема, даже выполняя где-то дневные задания. Плюс здесь там вы наберете сколько-то, я не знаю, там 90-70, может, баллов. Поэтому смотрите, друзья, не пропустите данную раздачу, я буду за ней следить. Я думаю, когда выйдет игра, мы еще там и соберем с нашими подписчиками, возможно, там какой-то кланы будут, возможно, там устроим какое-нибудь рубилово, сделаем там какие-нибудь соревнования, призы устроим. По этой раздаче тут даже говорить нечего. Залетайте сразу, делайте, зовите своих друзей, собирайте уже команду и будем тогда уже сражаться. Возможно, там вместе там какую-нибудь банду сделаем и будем там зарабатывать именно крипту. Тем более в интересной игре, как мне кажется, будет. Дальше смотрите по Legion Network, по раздаче от кошелька, который там монет, по-моему, 34 монеты. Вот, 34 монеты дают, которые на данный момент по данному курсу стоит уже 5 баксов. Но опять же напоминаю, что такое точно раздача была по Trust Wallet, кошельку похожему. И это монеты, которые раздавали, они, по-моему, до 300, да, до 300 долларов доходили. Поэтому я тоже думаю, не нужно пропускать данную раздачу. Смотрите, что нужно сделать. Ссылка будет тоже под видео, там 2 минуты делов. Заходите на такую страницу. Копируете вот реферальный код, его нужно будет вводить при регистрации. Дальше, что у вас, iOS или Android, идете скачиваете этот кошелек, и дальше при регистрации, там вверху будет реферальный код или что-то такое, вставляете, чтобы получить эти монетки. Дальше, смотрите, основная проблема у ребят, которые писали, у которых не получилось зарегистрироваться. Смотрите, там при регистрации нужно указать, ну, естественно, пароль. И пароль должен быть какой-нибудь специальный символ. Если вы его не сделаете, то вам будет писать, что неправильный пароль. То есть в пароле вставьте там собаку, знак какой-нибудь, или там попробуйте. Ну, там должны быть, смотрите, слова, ну, буквы, как это называется, большие, маленькие, цифры и специальные символы. То есть, ну, например, смотрите, давайте какой-нибудь там, сейчас я вам, сейчас переключимся, и я вам покажу, какой, например, пароль должен быть. Пишите, например, там В, там какой-нибудь там, ну что угодно, без разницы. Дальше, например, там какой-нибудь там опять. Дальше ставите, смотрите, специальный символ какой-нибудь, например, собака. И дальше там какую-нибудь цифру, лучше несколько цифр. Вот такой пароль с таким вот символом специальным, с большой буквой, с маленькими и с цифрами. Вот такой пароль зайдет. Если вы пропустите, большинство не писали специальный символ, и поэтому у них писали, ну, не могли они зарегистрироваться, была ошибка написана, и ребята не получили эти монетки. Напоминаю, за регистрацию они дают 34 монетки, за то, что вы приглашаете друзей, тоже вам за каждого друга дают по 5 баксов, 3-4 монетки. Но там еще в данном кошельке есть возможность
За соцсети там тоже, ну, похожие, как я показывал, там тоже подписаться там на Твиттер, на все такое. Вам тоже начисляют баллы, тоже монетки начисляют. Плюс там есть возможность играть каждый день, там, daily, там, reward center, так называемые. И вы, когда зайдете, увидите, те, кто, конечно, там сильно задротят в игры, там они серьезное количество уже этих монет заработали. Когда выплатят им, то, я думаю, люди порадуются этому количеству монет. Так что, ребята, две очень интересных раздачи. Кто еще не залетел, залетайте, потому что кто знает, там, ну, очень интересные раздачи, я думаю, очень много людей будет. Так что не пожалейте там несколько минут своего времени, заходите, зарабатывайте эту крипту в Legion Network, в этом кошельке, они, по-моему, с 1 марта раздачу обещали. Игра это, посмотрим, 23 дня написано, где тут она, 23 дня это будет раздача. До конца. Тоже посмотрим. Возможно, к этому времени уже выпустят там первую версию игры, мы сможем поиграть. Теперь смотрите, друзья, кто еще не зарегистрировался, точнее, не подписался на мой телеграм-канал, заходите, здесь вот намного больше раздач интересных. Тут разные мемасики и вообще интересная информация. Есть вот те раздачи, которых я не успеваю просто снимать видео. И вот тоже, кстати, интересно, ребята, Тон комьюнити, Тон Панкс, NFT-шка, которая, я думаю, очень может хорошо иксы дать. Абсолютно бесплатная раздача. Заходите, читайте все это. И смотрите, конкурс, стандартный конкурс на моем канале. Все, кто подписан на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал, кто ставит лайки под видео, кто пишет комментарии, как только набирается 50 комментариев, 50 лайков под любым видео, я разыгрываю криптовалюту. Поэтому, ребята, кому понравилось видео, кто в нашей движухе, в нашей команде, банде, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите комментарий любой человеческий, задавайте вопросы, делитесь своим там настроением, мнением, может какие-то подкиньте проекты, которые хотелось бы вам рассмотреть, потому что много ребят пишут мне в личку, рассказывают о проектах интересных, я их тоже буду делать по ним видеообзоры, будем делать призы самым активным людям. Поэтому, ребята, давайте активно, вы помогаете продвижению наших каналов, мы будем вас тоже вознаграждать и хорошим контентом, и разными призами. На этом все, ребята. До новых встреч.